Так, приехали к другу, сказал, что приобрел мотоцикл Иш Юпитер 2К 68 года в оригинале. Ну, коляска крашена, и мотоцикл вот какой. Брестская область. Снимаем, показываем. Так, смотрим. Год выпуска. Сфокусируем. Так, проводка. Так, 68 года. Колеса на 19. Колеса. Так. Хозяин стесняется, он стоит в гараже в куртке. Подходит. Дима, ну иди проэкспериментируй, заведи. Так, так, показываем. Колеса заводские. Немножко есть порыпано. Ну где-то. А где Дима тая бирка, что 63-го года покрышка? Где-то мы видели. А, вот, вот, вот. Вот стоит бирка 63-го года выпущена. Сейчас вот он нам заведет. Ни хрена себе! Гляньте, как держите обороты. Пробег. Пробег. 4000. Как работает? Звук еще не прогрев. Выклад. Послушайте, любители ретротехники. Какой выклад? Где-то нашли. Никто не газует, ничего. Даже говорит, как бензин не заливал. Вот сейчас посмотрим. Сеточка даже стоит. Работает хорошо. Шепче. Ну, кто желает, можно говорить за $550. Он в колясках. Смотрите, какая коляска. Если стоять, коляска стояла на другом мотоцикле. И они ездили. И планета бура. Коляска тоже. Желтым, ну надо приложить желтый окрас. Вот так. На коляске уже стоит колесо на 18. Вот не подхожу к нему, как он. Мой канал, смотрите ретротехнику. Если сейчас хозяин разрушит, выедем на асфальт и проедем, посмотрите, как он работает. Все,